США разработали аккумулятор, который заряжает за несколько секунд. Создатели – исследователи из Университета Центральной Флориды. Их батарея сохраняет работоспособность даже после 30 тысяч циклов зарядки. Прототип держит электрический заряд на поверхности специального листа и не использует химическую реакцию, как традиционные аккумуляторы, если вы не знали. На батарею работает и нанопроволока с высокой электропроводностью. Так смартфон можно зарядить всего за несколько секунд и забыть о питании на целую неделю, пока ученые называют полученные результаты проверкой концепции, но уже намерены запатентовать технологию, которая вскоре, возможно, кардинальным образом изменит наш мир.